оплачиваете? У меня телефон. Мой телефон! Там же все мои карты, выход, банковские приложения, выход на госуслуги. В такой ситуации может оказаться любой. И действительно, рискуем ли мы потерять свои сбережения, если наш телефон окажется в руках злоумышленников? Помогут ли пароли и другие ключи безопасности? Кража – самое популярное из всех преступлений в России, говорят сотрудники полиции. Порядка 700 тысяч случаев в год. Абсолютным лидером в списке самых заманчивых для вора вещей считается телефон. По данным МВД, чаще всего воры работают в местах большого скопления людей – кафе, барах, ночных клубах, а также на улице, в подземных переходах, на вокзале, в транспорте и возле остановок. Да, достаточно часто мобильные телефоны у нас являются предметом посягательств, поступление подобных заявлений, отработка мест сбыта похищенного имущества, ну и проведение оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-технических. Найти украденный гаджет – задача не самая простая, но выполнимая. Оперативникам поможет, если вы не только расскажете в деталях, когда и где случился инцидент, но и предоставите документы на устройство и назовете имей – уникальный идентификационный номер телефона. Он либо наклеивается на телефон, либо находится в коробке вместе с инструкцией. По нему можно отследить географию передвижения аппарата. Метод самый эффективный, хоть и кропотливый. Но прежде всего эксперты советуют спасать не сам мобильник, а данные, которыми вы его заполнили. Как правило, именно это вызывает неподдельный интерес у преступников. Деньги, контакты, вот, личная информация, фотографии какие-то определенные. Вот, и, ну, это и напрягает. Самое опасное – это банковские карты, и фотографии очень будет обидны. Там пароль стоит в любом случае. У меня таких ситуаций не было. Он всегда рядышком со мной. Я знаю, что я этого сделать не могу, потому что у меня там моя работа. А как вы защищаете свои деньги? Face ID, когда вот так подносишь, и он тебя сам разблокируется. Ну да, да, да. Больше никто не разблокирует. На самом деле эксперты в области информационной безопасности утверждают, что взломать пароли возможно. Это могут сделать даже студенты профильных вузов. Поэтому первым делом нужно звонить в банк и блокировать все счета. То, что предлагают банки на сегодняшний день, ключи, пин-коды, отпечатки пальцев, распознавание лиц, это все хорошие методы, но все они как на 100% не защищают. Можно достать оттуда сим-карту, привязать его к другому телефону и попытаться восстановить доступ к банковскому программному обеспечению. Это не просто, но возможно. По статистике МВД, довольно часто преступники изымают денежные средства из банковских приложений. Удобная опция – примерно 4 кодовые цифры и все ваши деньги как на ладони. Еще один популярный метод – взлом при помощи обыкновенного звонка. К примеру, в надежде найти свой утерянный или украденный гаджет, вы звоните с номера друга себе же. Трубку берут мошенники и требуют вас озвучить ключ доступа, чтобы убедиться в том, что и вы не преступник. Лучше этого не делать. Впрочем, оплатить свои покупки мошенники смогут элементарно через приложение Google, Apple или Samsung Pay, особенно если они не заблокированы. Мобильные приложения действительно, все банки без исключения, они предоставляют доступ через так называемое одно окно. То есть, войдя в мобильное приложение, вы получаете доступ и к депозитному счету, и к текущему счету, и к картам, и к валютным счетам, и так далее. Конечно, лучше всего пользоваться несколькими банками и несколькими приложениями. Кроме того, рекомендовано иметь виртуальные карты часто, где остаток он соотносим, допустим, с суммой там, покупок на неделю. Я не рекомендую иметь доступ к депозитному счету с мобильного устройства. Кибергигиена сегодня нужна всем, кто доверяет своему телефону больше, чем список контактов. Чтобы не оказаться у разбитого корыта и вместе с устройством не потерять контроль над своей же жизнью, IT-специалисты дают несколько рекомендаций. Первое и самое важное – на телефоне должен быть установлен ключ безопасности. Второе – нежелательно скачивать приложения с сомнительных сайтов. И третье – ни в коем случае нельзя хранить в галерее телефона фотографии важных документов. Антивирус и антишпион тоже лучше загрузить, а на все приложения, сайты и соцсети установить разные и сложные пароли. Тогда шанс заполучить ваши данные будет равен нулю.